Так, Тигуан, какой у тебя движок? Двухлитровый бензин. Двухлитровый бензин, сколько лошадей? 170. И ДСГ. Нет, автомат шестисуха. Полный привод. Так. Подожди, у тебя бензин. Бензин. А ты знаешь, что там дизель у Allroad'а? У меня 3 литра 240, у меня 170 бенз. Все литра. Честно. Конечно, один в один. Ладно, хорошо. Так, у Геннадия мы знаем. Трехлитровый дизель. Почти 240 сил. Сейчас Палыч даст команду. Вот это интересный заезд сейчас будет. Есть, и там автомат, и там автомат. Вот с Геннадием сейчас разговаривали, он сказал, из-за автомата теряется достаточно много времени. Да, то есть полный привод дает преимущество, а автомат его забирает. Ну, достаточно динамично, быстро едет Тигуан. Allroad в заносе. Видимо, частично отключена стабилизация. А вот сейчас будет интересно. А, нет, Тигуан все-таки быстрее. И вот он, Allroad. Рекорд трассы. Да ладно? Да. Сколько? Минута 91. Минута 91? Эска проехала минута. Минута Эска, да? Да. 0,1, по-моему. Нет? А, может, и минута 0,1, я уже не помню. Минута 91. Охренеть. Ну, сейчас посмотрим, поменяются местами, посмотрим, как. Бешеный старт. С пробуксовкой. Тигуан, двухлитровый, давай. Эх. Вот так смотришь, банально вроде стартует, ничего, не эффектно, ни хрена. Красивый. Блин, шустер, а. Газу, газу! Ну и снова Тигуан. Новый рекорд. Сколько? 59,66. 59,66, охренеть. Первый, кто выехал из минуты. Что-то не то. А что не то? Вот, смотри. Ну, все тогда, четко. Тогда. Так тогда пыльно зацеп было. Был. Зацеп говно. Сейчас Эска может здесь вот та Сашкина проехать. Проехала бы, если бы он ее не продал. Еще там секунд на три лучше. За минуты вышли. Пыли нет. Грунт плотный, зацеп нормальный, вот они и едут. Давайте скажем ему минута 6 там. Эй, я сейчас вышу. Можешь полюбоваться. Где? Покажешь? Покажите, пожалуйста. Можно я посвечу? Да, 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 да. Естественно. Ну. Хорошо, что ты это. Пару секунд меня там решил не это. Деньги за время на счет. Да, пожалуйста. Еще. Вот так. Давай. О, все, нормально. А? Вон, смотри, Кирилл. Давай, поехал. Стой! Ёпти, ну что такое? Фору, короче, дал. О! Палыч прям в бойцовском стиле. Сейчас посмотрим на Патриот в повороте. Ух ты, ни хрена себе! Вот это страсть! Ромка, ты так перевернешься! Шнива, Патриот. Но тут Патриот стартовал позже, поэтому тут... Страшно? Очень. Страшно? Очень. Потом посмотришь. Видно было? Да. Шок-контент, да. Реально страшно, понимаешь. Не, я понял, вот. Застыл, я тут так надо сюда рулить. Понимаешь, лифтованная машина, лифтованная. И это, бензин от бензинозаборника ушел, она зачахла.
Ну, я быстрее его явно, конечно. Но... Да, да. Ты стартовал с опозданием в секунду, да. Да, и, ну, при... одинаково, да. Почти, да. Ну правильно, ты проехал минуту 9, а у Палыч он минут 11 проезжает. Еще раз. Все по-честному. Наверное, не стоит. Блин, да поехали. Да, с той стороны, да. Да тут просто это, я не понял. Ну стоп, давай второй повод поехали. Ну давай, давай. Сейчас второй раз. Стоп, время. Время? Да я не знаю. Минута 11:60, ты приехал, а он там на полсекунды, может, меньше даже. Минута 11:60. Ночь. Он, ну да. Нет, он на полсекунды дольше, даже меньше, чем на полсекунды. Вот. Палыч, ну отъедь вот назад. О! Так, кого снимать, куда бежать? Ты тут уже потерялся. Ну давайте, раз такой поворот там классный, давайте его и поснимаем. Так, Ромка, ты главное не переворачивайся. Ух. Колесо аж заблокировалось. Аккуратнее, Рома, аккуратнее. Так, Палыч там проехал. Ромка вывалился из поворота. Ну что, Палыча здесь подождем, да и, наверное, побежим на старт-финиш. Вот это сегодня день. Чуть не перевернули Патриот. Разбортировали Ауди. Оп, оп, оп. Опа, вот он, финиш, Патриот быстрее, причем заметно. Фу. Время Патриота, охренеть. Это он еще даже на двух колесах не ездил. 7.71. Нормально, я притормаживал, потому что 5.1.